Победителей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» наградили в столице. В прошедшем году президентские гранты по 3 миллиона тенге получили 30 казахстанцев. Напомню, гранты ежегодно присуждаются для поддержки инициатив талантливой молодежи страны. В составе конкурсной комиссии парламентарии, ученые, эксперты, представители гражданского общества. В этом году жюри оценивало больше 1000 молодежных проектов в сфере науки, культуры, информационных технологий, бизнеса и медиа. Денежные премии получили авторы 33 работ. Камиля Жакиянова, к примеру, разработала единую туристическую платформу. Благодаря нашему проекту можно брать в аренду, это, допустим, если с мелкого бизнеса, это велики, если более крупный бизнес, это отели, потом можно брать в аренду юрты. И он удобен тем, что можно выбрать для себя и как бы удобное место, где, допустим, расположиться, что-нибудь снять, потом что еще. Можно также оставлять отзывы. Суть нашего проекта заключается в правовом просвещении молодежи через социальные сети. Наш проект называется «Кхук.кз». Вот. Его суть в том, чтобы доступным молодежи языком объяснять про их права, про то, как их можно защищать, а также про то, как их можно реализовывать. Это базовые их права насчет того, что в принципе касается их бытовых вопросов, заканчивая тем, как составлять договора и как проверять эти самые договора.